Халатность чиновников мэрии едва не стоила жизни одесситу. Житель старого дома в центре города попал в больницу с тяжелой травмой позвоночника. Городская власть помощи не оказывает. В доме на углу Канатной и Бунина обрушилась часть балкона на третьем этаже вместе с хозяином квартиры. При падении он пробил крышу ресторанчика на первом этаже и сломал позвоночник. Происшествие зафиксировали полиция и служба по чрезвычайным ситуациям. Случилось это еще 19 октября. Пострадавший находится в Слободской больнице. Лечение дорогостоящее, но городская власть не дала ни копейки.